Итак, давайте с вами посмотрим типовой проект дома, 140 квадратных метров, санузел большой. Здесь у нас вдохновляющий рабочий кабинет, и вот здесь у нас еще одна спальня. Получились три спальни, но вот здесь раньше использовалась немножко другая технология, здесь был типа мансардный этаж, во всех остальных домах сейчас уже по-другому. Соответственно, здесь два выхода на балкон. Давайте я вам покажу уже первый этаж. Первый этаж тоже на любителя. Вот эта площадь нижнего этажа 60 квадратных метров. Здесь у нас спальня гостевая. Здесь у нас огромный, просто сделали санузел. Потому что решили сделать сауну. И вот здесь у нас вот такая кухня. Кухня-гостиная. Это одна из планировок. Сейчас от застройщика здесь ведутся ремонтные работы. Вот так это все выглядит. Жилой комплекс Нового Верещагина 2. Также еще есть 3. Вот здесь вот так все это выглядит. Ну а снаружи домик выглядит еще интереснее. Сейчас вам покажу. Можно 1,5 миллиона доплатить, и у нас дом будет сделан из дагестанского камня. А это у нас идет базовый. Извиняюсь за плохое качество, камеру забыл. Это базовый дом. А вот здесь при желании, и там также можно сделать еще парковку. А вот здесь у нас будет небольшая терраса. В общем, с застройщиком можно договариваться, потому что в любом случае, когда вы покупаете квартиру, то есть дом в Новом Верещагине, в третьем или на Мацесте, вы покупаете землю, и там вы делаете договор, договор подряда, где в договоре у нас прописываются все условия. Что пожелаете, то там и будет.